Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Мы продолжаем готовить вкусняшки на зиму. Сегодня у нас салат с баклажанами. Я покажу вам самый вкусный рецепт. Пропорции и описание, как всегда, внизу под видео. Конечно, все овощи надо помыть. Баклажаны нарезаю толстыми брусочками, чтобы они не разваливались и в салате были целыми кусочками. Добавляю растительное масло 2-3 столовые ложки и перемешиваю. Масло подходит любое, какое у вас есть. Баклажаны перекладываю на противень с пергаментной бумагой и ставлю запекать при температуре 200 градусов минут на 7-10 до готовности. Пока баклажаны в духовке, лук нарезаю полукольцами, добавляю немного масла и обжариваю до золотистого цвета. Лук поджарился и перекладываю в миску. Баклажаны тоже готовы, удобно их запекать в духовке, меньше используется масло и экономится время. Теперь нарезаю сладкий перец. Толщина соломки примерно сантиметр. Я всегда использую разноцветный, так салат получается ярче. Добавляю немного масла и обжариваю перец, и уже поставила в духовку стерилизоваться банки на 5 минут при температуре 150 градусов. Помидоры нарезаю произвольно и прокручиваю в блендере. Кожицу не снимаю, потому что блендер все хорошо измельчит. Томатный соус переливаю в большую кастрюлю и ставлю на огонь закипать. Чеснок тоже измельчу в блендере, но можно и порезать ножом. Обязательно в салат добавляю зелень. Больше всего мне нравится с петрушкой. Подходит также укроп и кинза. Еще добавлю острый перчик и порежу его как можно мельче. Томатный соус закипел, и теперь к нему я добавляю жареный перец, баклажаны и лук. Аккуратно все перемешиваю и добавляю чеснок. Закрываю крышкой и жду, когда салат закипит. Добавляю соль, сахар, острый перец и петрушку и на маленьком огне варю салат 5 минут. Салат готов, варила всего 5 минут. Теперь кипятком заливаю крышки и начинаю раскладывать салат в баночки. В каждую банку добавляю по 1 столовой ложке яблочного уксуса и плотно закрываю крышкой. Банки переворачиваю и накрываю пледом до полного остывания, примерно на сутки. Друзья, всего час и вкусняшка к зимнему столу готова. Этот салат очень вкусный, как холодный, так и горячий. Рекомендую пополнить этим салатом вашу коллекцию зимних заготовок. Спасибо, что смотрели нас. Оставляйте ваши комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!